Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном канале «Сладкий персик». Сегодня мы с вами готовим настоящие домашние сосиски, и делать мы их будем из куриного филе и в духовке. Такие сосиски получаются очень вкусными, а главное, они натуральные, не такие, как продаются в магазинах, и я просто обожаю есть их на ужин с каким-нибудь зеленым легким салатом. Нам понадобится куриное филе, яйцо, точнее яичный белок, немножечко сметаны, репчатый лук, паприка, соль и черный молотый перец. Для начала берем репчатый лук и режем его на произвольные кусочки. Стараться сильно мелко нарезать смысла нет, потому что мы все равно все это будем измельчать в блендере в однородную консистенцию. Теперь берем куриное филе, при необходимости его моем и обязательно обсушиваем бумажными полотенцами, чтобы избавиться от лишней влаги, и тоже нарезаем на произвольные кусочки. Кстати, такие сосиски можно приготовить не только из куриного филе, но и, например, из индейки. Выбирайте то, что вам больше нравится. Теперь берем блендер, обязательно, чтобы он был мощный, примерно такой, как у меня. И складываем в блендер кусочки куриного филе вместе с луком. И сразу же туда добавляем паприку, черный молотый перец и немного соли. Я советую паприку не убирать, потому что она придает красивый, такой нежно-розовый цвет нашим сосискам. Еще туда же добавляем пару ложек сметаны и яичный белок. Нам нужно разбить яйцо аккуратно и отделить белок от желтка. Желток нам не понадобится, его можете убрать и приготовить из него какое-нибудь вкусное печенье. Когда все-все смешали, накрываем блендер крышкой и измельчаем все это дело до однородной консистенции примерно 40-50 секунд. Точное время зависит от мощности вашего блендера. Вот что у нас должно получиться: ровная, однородная и нежная масса. Теперь берем полиэтиленовый пакет, желательно пакет для заморозки, или если у вас есть специальный кондитерский мешок, и выкладываем в него нашу массу, ну давайте уже назовем ее фаршем. Мне кажется, что пользоваться пакетом в данном случае даже намного удобнее, чем кондитерским мешком. Мы его просто закрываем или завязываем и отрезаем один кончик. Берем противень для запекания, застилаем его бумагой для выпечки, отрезаем кончик от пакета и выкладываем наши сосиски. Сначала они могут получаться немного страшными, и это нормально, нужна тренировка. Сделайте пару раз такие сосиски, и они у вас будут выходить просто идеальными. Готовые сосиски ставим в разогретую духовку и готовим примерно 15 минут при 180-190 градусах. Посмотрите, какие они красивые и очень вкусные. Ну вот, друзья, теперь мы с вами умеем готовить сосиски дома. Можно больше не покупать их в магазинах. Если рецепт вам понравился, не забудьте, пожалуйста, написать об этом в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.